Всем доброго казанского вечера. Сегодня 5 апреля, 23 год. Совершенно недавно прилетели из города Кемерово. Потом быстренько на электричку. И до станции вокзала Казань-1. Стоимость электрички 56 рублей с человека. Это привокзальная площадь. Она, естественно, грустненькая. Тут посередине должен быть фонтан, но пока, видимо, из-за сезона он закрыт. Вот. Был небольшой перекус, потому что очень хотелось кушать. А сейчас мы гуляем. Кстати, здесь же автовокзал, причем автобусы до Москвы тут даже едут, и вроде как чуть дальше за вокзалом пирс, или как назвать-то, речной вокзал, морской, что здесь, река, море, не знаю даже, смотрел, не помню, короче, вокзал водный. Год постройки 1900-й. Идем гулять дальше. Кстати, время начало 10-го, еще не совсем поздно.